Ремонта никогда не было, никакого. Звоню мне, уже года три звоню насчет дверей чердачных и стекла по этажам. Никто ничего. Никто не приходит, никто не узнает и никому оно не надо. Дом стоит на капитальном ремонте. Как пойдешь жаловаться, капитальный. Сколько ж он должен стоять капитально? А деньги где? И платим какие деньги?